Халық денсаулығын сақтау деңгейін артыру мақсатында 2011-2015 жылдарға арналған саламатты Қазақстан мемлекеттік бағдарламасының шеңберінде мүгедектік көрсеткіштің төмендету, ерте денсаулықтауды қамтамасыз ету және диагностикалық қамтамасыз ету және 16 бойынша көптеген іс-шаралар қабылдануды. Осы шаралар туралы қысқаша баяндап беруге рұқсат етіңіздер. Все лица с ограниченными возможностями, инвалиды, обеспечены на сегодня гарантированным объемом бесплатной медицинской помощи. Особое внимание уделяется внедрению социально ориентированной модели первичной медико-санитарной помощи. Сегодня социально-психологическую помощь оказывают на объектах ПМСП более 500 психологов и более 2000 обученных социальных работников. Положительное влияние внедрения института социальных работников отчетливо прослеживается по увеличению количества пролеченных лиц в стационарах на дому. Так, если в 2011 в этом году получили медицинскую помощь на дому 17 тысяч человек старше 60 лет, в том числе лица с ограниченными возможностями, то в прошлом году на дому пролечено более 30,5 тысяч лиц указанной категории. В круглосуточных стационарах в текущем году получили медицинскую помощь 160 744 инвалида. Министерством совместно с неправительственными организациями реализуются социальные проекты, которые направлены на охрану здоровья лиц с ограниченными возможностями. Так, в прошлом году Министерством здравоохранения размещен государственный социальный заказ среди неправительственных организаций по совершенствованию оказания медико-социальной помощи путем развития клубов пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями. На сегодня в амбулаторно-поликлинической организации страны функционирует 27 подобных клубов. Кроме того, в текущем году планируется реализация социального проекта по совершенствованию услуг паллиативной помощи и сестринского ухода. Хочу сказать, что для лиц с ограниченными возможностями разработано 12 видеороликов с сурдопереводами по профилактике социально значимых заболеваний, пропаганде здорового образа жизни, а также подготовлены информационно-образовательные буклеты на языке Брайля. Лекарственное обеспечение пациентов, в том числе инвалидов, на амбулаторном уровне осуществляется бесплатно в соответствии с перечнем лекарственных средств и изделий медназначения в рамках гарантированного объема. С 2012 года в целях поддержки социально уязвимых групп населения и инвалидов лекарства, отпускаемые ранее с 50% скидкой, отпускались бесплатно. Кроме того, министерством принимаются меры по снижению детской инвалидности путем своевременной диагностики пороков у плода в период новорожденности и в раннем детском возрасте. С этой целью в республике внедрены пренатальные, неонатальные, психофизические скрининги детей раннего возраста. В рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи реабилитация детей с ограниченными возможностями оказывается как на местном, так и на республиканском уровнях. Сеть организаций, оказывающих восстановительное лечение и медицинскую реабилитацию, представлены на сегодня 12 реабилитационными центрами, из них 3 республиканского значения и 2 частных, и, кроме того, 8 санаторно-курортных организаций, отделениями и койками в многопрофильных больницах и поликлинических организациях. С учетом внедрения единой национальной системы сегодня у нас увеличилось количество реабилитационных коек, так по итогам прошлого года их количество увеличилось до 4500 коек. При проектировании и строительстве объектов здравоохранения, а также проведении их ремонтов, учитываются требования по созданию условий для лиц с ограниченными возможностями, а также передвигающихся на инвалидных колясках. Благодаря внедрению и расширению перечня высоких технологий, в частности в области кардиохирургии, трансплантологии, снижается первичная инвалидизация от болезни системы кровообращения, сохраняется трудовой потенциал населения. Так, например, первичная инвалидность по БСК, болезни системы кровообращения, за последние 3 года уменьшилась практически на 9%. В рамках госпрограммы с целью снижения смертности и инвалидизации населения от острого нарушения мозгового кровообращения в прошлом году мы организовали 20 инсультных центров, и до конца текущего года будет еще открыто 28 подобных центров. В целях совершенствования реабилитационной помощи разрабатываются стандарты ее оказания как на амбулаторном, так и на стационарном уровнях в зависимости от профиля и периода реабилитационного процесса, а также паллиативной помощи. Хочу сказать, что на втором этапе реализации государственной программы, это с этого года по 15-й, будут внедрены международные стандарты и методики реабилитации пациентов с основными социально значимыми заболеваниями, в том числе и инвалидами. Уважаемый Серик Неметович, уважаемые присутствующие, хочу сказать, что данный вопрос находится на контроле Министерства здравоохранения, и все запланированные мероприятия, в том числе в рамках Саламата Казахстан, по обеспечению инвалидов качественной медицинской помощью будут выполнены. Благодарю за внимание.